Актер и обладатель Оскара Джейми Фокс продвигает ICO. Как сообщает CoinDesk, в Твиттере актер продвигает продажу токенов для платформы Robinhood, которая позиционируется как биржа криптовалют с нулевой комиссией. На сегодняшний день продажа монет продолжается, и согласно сайту биржи, сборы уже насчитывают около 17 840 эфиров. Из-за подобной рекламы можно предположить, что еще больше знаменитостей станут принимать участие в проектах, связанных с криптовалютой. Отметим, что предстоящие продажи токенов уже продвигают чемпион по боксу Флойд Мейвезер-младший, Пэрис Хилтон и рэпер The Game.